Ну что, друзья, приветствую всех на канале Хайнком, и в этом ролике мы с вами разберем, что же произошло на рынке за эту неделю, и, соответственно, разберем другие валютные пары, золото, акции и доллар, который у нас, соответственно, корректируется в положительную сторону. Вот, что у нас было за прошедшие эти дни. Биткоин у нас сходил вверх, да. Мы на этом движении заработали, мы также заработали на этом падении. И вот этот вот коррекционный момент, он может быть затянуться до уровня 26200. Сделать такое вот якобы двойное дно, да. На самом деле биткоин сейчас вот флетует, да. Как вообще действовать во флете? В флете одна стратегия, это торговать от границ флета. То есть от нижней границы торгуем в покупку и от верхней границы торгуем в продажу. Вот, соответственно, вот так. Теперь у нас вот этот канал, который у нас был, его пробили. Как бы тренд продолжается коррекционный, да, нисходящий, медвежий. И, соответственно, мы ищем точки входа в покупку на более благоприятном моменте. Да. Что у нас благоприятно есть еще на данный момент? У нас с вами есть объем, где он сейчас находится. Он находится вот в этом диапазоне, да. Посмотрим более крупный таймфрейм. У нас весь объем сейчас находится на уровне там 23 тысяч. Да, если мы даже вот так проведем, на уровне 27 900. То есть, скорее всего, мы можем сделать вот такое двойное дно и уже прийти к уровню 28-29 тысяч за подтверждением вот этого объема. Поэтому будьте внимательны, будьте наготове, потому что, смотрите, вот этот клин, он обычно отрабатывается в покупку. То есть такой клин, который, соответственно, из него вот так вот цена может выйти, сделать ретест и пойти куда-то выше. Вот так. Соответственно, что мы делаем? Наша задача просто торговать сетапы, которые у нас есть. Поэтому на данный момент, что я вижу, это пока что ждем, как мы подойдем к этой границе, уже можно принимать какие-то решения. Вот. И все, что ниже, это приоритет покупок будет, потому что здесь весь объем, который скоплен. По эфиру та же ситуация. У нас есть уровень 1740. И давайте перейдем теперь индексу доллара. Индекс доллара у нас, смотрите, пока он у нас растет, да, биток может падать. То есть вот он пробил вот это значение, он растет, и следующая граница у него будет 103 доллара за, получается, по индексу доллара. Это будет водоразделом от, соответственно, восходящего тренда. И если мы пробиваем его, то биток также валится вниз. По S&P у нас открыли снижением, можем сходить как и сюда, но приоритет, конечно, вниз, потому что мы у верхней границы, так и вверх. По золоту у нас та же история, забираем объемы, которые торговали, соответственно, внизу, вот мы и забираем, да, то есть это все движение повторяется, как у биткоина, да, то есть вот у нас такой вот идет как бы канал, да, такой вот, даже можно вот так вот сделать. Это у нас получается такой вот клин, да, который мы можем тоже выйти вверх, можем, соответственно, пробить вот эти значения и уйти уже ниже 1970 и 1951. Но вообще, для тех, кто не знает, не понимает, как вообще эти графики строятся, что это такое, как принимать решения, какие сделки открывать, для этого есть наставничество, запись в личное сообщение. Также есть телеграм-канал, где я размещаю сделки, размещаю. Вот у нас была сделка, соответственно, на покупку по биткоину. Все сделки размещаю. Размещаю также новости, прогнозы по рынку, какие-то тестнеты, да, программы, в которые вы можете участвовать, да, и, соответственно, познавать мир криптовалют. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк. Обязательно поставьте ролику лайк, чтобы наши ролики продвигались, и читайте, образовывайтесь, потому что канал создавался специально для этого.
он бесплатный, поэтому тут бесплатная информация по различным проектам и, соответственно, по монетам и парам. Вот. Что касается других альтов, пока что все находится на дне, пока что ничего не отскакивало, и это у нас на данный момент является пока что в ожидательной позиции. Дальше TLT у нас, казначейские облигации 20-летние, находится в таком сужающемся тоже клине. Если мы выйдем сюда, то рынок рухнет. Дальше Aptos, дешевые цены тоже по альтам. Что я хотел еще? Доллар-рубль, да? Доллар-рубль, он сделал коррекцию. Я обозначал вот эти уровни для покупок. Если мы скорректируемся, мы можем докупать. Кто воспользовался, ставьте ролику лайк. И, соответственно, вы молодцы. Вы закупились по дешевым ценам. Вот. А если вы не знаете, на какой бирже торговать и осуществлять эти сделки, помимо наставничества, да, которое обязательно нужно каждому, я считаю, потому что самостоятельно вы потратите много лет, а я вам экономлю время, чтобы вы изучали самостоятельно, с моей помощью и, соответственно, с помощью рынка вы смогли извлекать уже прибыль через пару-тройку недель, да, в зависимости от вашей практики. Вот. Также будет проверка домашних заданий, которые вам позволят быстрее адаптироваться к рынку. Вот поэтому ссылки все будут в описании. И надежная биржа на каждый день – это биржа Bybit, на которой я торгую, на которой, соответственно, сделки не проскальзывают. Очень удобный интерфейс. Ссылка будет в описании. Регистрируйтесь, попробуйте, зайдите тестовый депозит, какой-нибудь на 100 долларов. Поторгуйте. Если вам понравится, оставайтесь. Если не понравится, соответственно, как бы решайте сами, да. Вот. Что касается у нас ликвидации, да, ликвидации у нас бывает много, да, тут даже CoinGlass обновил свой сайт, дизайн сайта, да, обновил, что мы теперь можем в таком в приятном состоянии, да, смотреть в таком прозрачном виде, где кого побрили. У нас в основном мало людей побрили вот в этом флете, да, но это называется затишье перед бурей, потому что такое же затишье было вот здесь, да, после чего мы пошли в рост. Поэтому смотрите по биткоину. 2 миллиона лонгов, 10 миллионов лонгов побрили. В основном побрили лонги по биткоину. Вот. И шорты то же самое, соответственно, но их меньше. Вот. Поэтому очень удобный такой интерфейс. Даже тут видно еще, на каких биржах кого побрили. Видно также Liquidation Net Map. Вот. Точно, очень удобный сервис. Поэтому также можно смотреть фандинг. Соответственно, отрицательная процентная ставка и положительная. Вот она даже показана. Отрицательно большинство стоят в шортах, поэтому могут их побрить. Вот. Соответственно, на этом ролик у нас окончен. Спасибо за внимание и подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк. Увидимся в следующих обзорах.